у нас в нашем районе прошлой ночью происходили вообще невероятные вещи. Но я немножко о том, что такое кенийская вообще культура. И вообще, как люди мыслят вообще. Ну, и, прошлой ночью, в общем-то, мы вернулись когда обратно с поездки. Мы были здесь в некоторой коротенькой поездке в соседнюю деревню, где проходила там евангелизация, праздник. И мы были там. В общем, и вы знаете, мы вернулись обратно. Часов, наверное, было в 9 вечера или 9:30. Уже играла музыка. И музыка играла практически до 6 часов утра. И она играла настолько громко, что практически весь район здесь, вот все, что есть вокруг, ну, вообще нереально было спать. То есть всю ночь просто напролет играла музыка. А мне уже 5:30 вставать и идти на молитву. Но в итоге, когда мы все узнали, что происходит сегодня, почему все это было, оказывается, что 3 месяца назад здесь умер какой-то человек, и на другой стороне вот этого оврага, в каком-то из этих домов, происходило торжество, торжественное воспоминание об умершем. И вот это длилось всю ночь практически, всю ночь орала музыка. Всю ночь там кто-то плясал, кто-то танцевал. Ну, как нам говорят. Вот, и говорят, и предупредили нас, чтобы мы были готовы к тому, что это, подобные вещи еще будут происходить сегодня. Потому что кто-то вот в каком-то там, опять-таки, доме здесь, который все знают, 2 года назад кто-то умер. И вот они вот конкретные, в конкретное время, в конкретный день устраивают вот такой вот торжество в честь воспоминания о том человеке, который ушел. Так что ночь нам обещает быть веселой опять. Это Африка, друзья, это Кения. Так очень, вообще очень много интересного здесь.